еще только запланирован и ремонтным работам. Но тем не менее, мы сюда приехали в том числе еще раз поговорить о каких-то проблемах, которые есть, да? Пускай даже дорога, она достаточно хорошая на данный момент, но с грудным ребенком доехать 5 часов, это невозможно. У нас даже автобус не в каждый день выходит с Пуда же дневной. Причалами сейчас будем заниматься отдельно. И причалом здесь, Пуда же, и в Сартовале, и причалом в Кими. Я разберусь еще отдельно по Шале, если там какая-то возможность все-таки при нынешней ситуации запустить сообщение.